Эстафета огня Всемирной Универсиады стала, пожалуй, самым запоминающимся событием в спортивной жизни города в этом году. Ее маршрут самый протяженный в России – 32 километра. Заветный факел в руках лишь самых достойных, а уровень мероприятия в очередной раз показал – физическая культура и спорт в Оренбурге – темы популярные и перспективные. Порядка 147 тысяч человек в городе Оренбург занимается так или иначе физической культурой. Треть населения города, да. Порядка 94 тысячи – это молодежь до 17 лет, что вот для нас очень важно, потому что именно делается упор на занятия физической культурой в молодежи. А чтобы и дух, и тело были здоровыми, необходимы условия для занятий. Центр дзюдо – один из новейших и самых современных спортивных объектов Оренбурга. Заниматься здесь одновременно могут несколько сотен воспитанников. Зал для борьбы отвечает всем мировым требованиям качества. Мне очень будет приятно заниматься в таком приятном зале. Мы много видим спортивных сооружений в Европе. Много стран, где, конечно, условия на порядок выше. Нам к этому надо стремиться. Если взять по России, то дай бог там каждому округу иметь такой центр дзюдо. А этот молодой человек сделал то, что до него не мог сделать ни один наш земляк полтора десятка лет. Скромный юный оренбуржец Святослав Варанкин, чемпион России по боксу. К такому успеху воспитанник общества «Динамо» шел очень долго. Нужно тренироваться, нужно больше усердия, желание проявить, и тогда все получится. Пока Святослав бьется на ринге, сотни его ровесников на площадке выясняют, чья баскетбольная команда лучше. Розыгрыш школьной баскетбольной лиги объединяет все учебные заведения города. Многим из ребят прямая дорога в большой спорт, спорт высших достижений. В Оренбурге есть команды мастеров, по которым знает город Оренбург и Оренбургская область, которые ходят смотреть и собирают полный зал или стадион. Это, конечно, баскетбольный клуб «Надежда», это футбольный клуб «Газовик». Факел «Газпрома» в этом году – лучший клуб Старого Света. И эту истину наши спортсмены доказали уже во второй раз подряд, еще раз показав всем, где находится столица мирового настольного тенниса и сделав прекрасный подарок Оренбургу в год его 270-летия.